Премудрость, глава 9. Боже Отцов и Господи милости, сотворивший все Словом Твоим, и премудростью Твоей устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями, и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил суд. Даруй мне присидящую престолу Твоему премудрость, и не отринь меня от отроков Твоих. Ибо я раб твой и сын рабы твоей, человек немощный и кратковременный, и слабый в разумении суда и законов. Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без твоей премудрости он будет признан за ничто. Ты избрал меня царем народа твоего и судьей сынов твоих и щерей. Ты сказал, чтобы я построил храм на святой горе твоей и алтарь в городе обитания твоего, по подобию святой Скинии, которую ты предуготовил от начала» с тобою премудрость, которая знает дела твои и присуща была, когда ты творил мир, и ведает, что угодно перед очами твоими, и что право по заповедям твоим. Не спошли ее от святых небес и от престола славы твоей, не спошли ее, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно пред тобою. Ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих, и сохранит меня в своей славе. И дела мои будут благоприятны, и буду судить народ твой справедливо, и буду достойным престола Отца моего своего. Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? Или кто может уразуметь что угодно Господу? Помышления смертных не тверды, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под рукою, а что на небесах. Кто исследовал? Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не спасал свыше святого твоего духа? Итак, исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью.